тут красувала? Навус намотав, де страхуватися онлайн. Точність ураження командних пунктів ворога Збройними силами України вражає. Передова була без управління, без снабження, без поставки боєприпасів, резервів і так далі, іменно за счет цих ракет. Нещодавно наші ракети вдарили по командному пункту 28-го полку армії РФ в тимчасово окупованому Раденську. Як повідомив український військовий кореспондент Андрій Цеплієнко в Телеграм, що ракетою, випущеною з Хаймарсу, було вражено командний пункт 28-го полку окупаційної армії. Кажуть про те, що на півтора десятка офіцерів у цьому полку поменшало, написав він. Нагадаємо, що в районі Бахмуту повністю була обезглавлена і практично знищена 72-га бригада Збройних сил РФ. Росіяни відбросили восточні железні дороги, вона йде з Горловки на Бахмут. І от два лінійних таких орієнтири, железна дорога і йдуча паралельно восточні ріка Бахмутка, вона з юга заходить в Бахмут. И вот мы сейчас получили доступ, можно сказать, к южным рубежам самого Бахмута и контроль к заходу-выходу из Бахмута с юго-востока, со стороны Дебальцева, со стороны Попасной. То есть мы уже достаем с помощью нашей артиллерии на уже дальних подступах к Бахмуту. Это значит, контролируем логистические цепочки поставки и движение сил, средств в Бахмут и из него. Дальнейшее движение вдоль железной дороги, вдоль той же Бахмутки, даст возможность уже с юга подойти к Бахмуту, ну и давить, как минимум давить на южные рубежи самого Бахмута, вынуждая противника уходить из города. То есть ухудшаем его стратегическое положение в самом Бахмуте, особенно на левом берегу Бахмутки. Река делит город на две части, две трети на западном берегу, треть на восточном берегу. Вот западную часть, большую часть Бахмута мы будем контролировать уже намного ближе и лучше после взятия освобождения Клещеевки. Сам по себе населенный пункт, он, конечно, разбит полностью, то есть как укрепрайон он вряд ли будет использоваться, но вот как плацдарм для уже освобождения Бахмута с юга, это да, то есть он сейчас добавил нам определенных возможностей. Ну, там около 50 тысяч войск россиян, как было, так и есть. Они пытались перебросить части ВДВ, в основном ВДВшников, на запорожское направление, а заместить их частями 25-й, еще не сформированной, не готовой к боям бригады. Вот этот ченч, который привел к уменьшению возможности россиян выполнять боевые действия, наступательные, оборонительные по некоторым позициям. Это называется фронт поплыл, весь фронт поплыл. Раз они с одной точки выводят части, которые вступили уже в бои, бросают в другую точку, значит, у них нет резервов. Это вот и называется поплыть. То есть они начинают уже просыпаться по некоторым позициям. Район Бахмута это показывает, район того же Работина с Вербовым это также показывает. У них включился такой режим сообщающихся сосудов, либо в одну сторону, либо в другую, но общее идет уменьшение, утончение линии фронта, и я думаю, в ближайшее время до осенних дождей мы уже всю линию обороны где-то в каком-то месте прорвем. Она даже не так ее будем прорывать, как она сама утончится до размеров, допустим, одного рубежа обороны, который вскрыть уже будет намного проще. От элиты там только береты и тельняшки, а все остальное наполнение — это те же бомжи российские, которые пришли за длинным рублем выполнять задачи. Для того, чтобы стать элитным подразделением, надо готовиться годами, а то и до десятка лет, чтобы выполнять боевые задачи. Ну, а надеть на голову шапку-ушанку, написать это ВДВ, стукнуть по голове пустой бутылкой, чтобы ее разбить, попытаться, по крайней мере, то это совсем не элита. Хотя они, эти части, неукомплектованные, вроде и называются элитными, неукомплектованные техникой, они их в режиме живого мяса сейчас перебрасывают с одного места на другое. Даже эти части используют в таком режиме, как забивать гвозди
тем же микроскопом. То есть уже могли бы укомплектовать их, как-то подучить, и они бы уже могли выполнять наступательные какие-то действия. А так у них просто нет времени. Во-первых, нет времени на подготовку и нечем укомплектовывать. Потому в режиме стрелковых подразделений простой пехоты используют вот этой части. А почему используют именно ВДВшные? Потому что руководитель фронта ВДВшный. То есть он понимает, как можно, по крайней мере, ставить задачи и перебрасывать с одного места на другое. Токмак, в район Токмака есть там увеличение некоторых сил, средств и увеличение новых строительства новых рубежей обороны. Но Токмаком будет то же самое, как мы когда-то с вами говорили по поводу того же Херсона. Вот пытались они его отстраивать, и один рубеж, и второй, что-то только туда не навозили, но там было понятно, что в Херсон они удерживать не будут, и мы на Херсон не пойдем, будем просто отсекать их от линии поставки. Как только они это сами поняли, они очень быстро оттуда убежали, все оставили, то есть выкопали, а теперь уже сколько месяцев закапывать некому, называется. То есть то же самое будет в районе и Токмака. То есть они сейчас откопаются, погреются, потому что на улице уже прохладненько, особенно ночью, то есть уже надо греться, это один из механизмов обогрева безалкогольного. И дальше они также покинут Токмак, как покинули в свое время и Херсон, так как мы будем его обходить, перерезать. Там всего лишь три нити поставки в Токмак. Это железная дорога с востока, с юго-востока, с Бердянска шоссейка и с Мелитополя шоссейка. Все. Взять под контроль, причем одну можно перерезать, а остальные только взять под контроль, особенно кассетниками, которые сейчас, скорее всего, будут. И они уйдут с Токмака. Причем уход с Токмака россиян, он будет сопровождаться уходом со всего Запорожско-Херсонского направления. Из-под Энергодара, из-под Каховки, то есть из-под Херсона. Им придется уходить уже, запечатываться в Крыму, если успеют, потому что не просто так Буданов иногда покуривает в сторону Крыма, то есть там готовность будет идти в перемешку с отступающими частями и заходить в Крым на плечах отступающего противника. Ну, посмотрим. То есть это такие до конца года планы, я так понимаю, они в ближайшее время будут начаты после вскрытия линии обороны, полной линии обороны нескольких рубежей. Мы сейчас на втором рубеже, там еще третий останется, я думаю, ближе восточнее к Токмака. А дальше уже само движение покажет, как скоро мы выйдем на Азовское побережье и начнем заходить в Крым. Не везет Пушилину, не везет последние 10 лет. Нарисовался МММщик макеевский, реальный МММщик. Решил там подзаработать чуть-чуть Рената Ахметова на каких-то фронтах. Его подцепили в свое время, хотели сделать руководителем там донецкой оппозиции, так называемой. Сначала ходил в одну, к одним за деньгами, потом к другим, прибился к москвичам в том числе. И когда началось уже заход россиян в Донецк, такой серьезный заход, ну, у Пушилина на глазах партизаны просто расстреляли его машину вместе с его замом, и он это видел. Потом долго в туалете сидел, отмывался. Через несколько недель подорвали его в центре города, те же партизаны подорвали его всю охрану. Причем подорвали довольно-таки серьезно. На второй этаж залетел этот автобус, микроавтобус со всей охраной Пушилина. Он после этого перепугался так, что убежал в Москву на несколько лет, пока не подорвали уже Захарченко. Уже через Бородая он прошел, через Захарченко, подорвали Захарченко, вернули его обратно, и сейчас его начинают добивать. Вот психология этого МММщика. 10 лет его пытаются уничтожить. Но в конце концов, когда-то дойдет, его точно не будет. То есть, ну, на МММчил чуть-чуть. Я думаю, сейчас у него, ну, может, он и выжил, но здоровье у него после таких ударов, ну, уж точно будет не то. Тем более все 10 лет психологии этого макеевского такого дурагона, я бы так сказал, у нас есть такое в Макеевке понятие по таким людям. Вот этот дурагон 10-й год ищет себе приключения. Ну, он их однозначно найдет. Может быть, вот как раз это одна из подач в его сторону.